Весенний микс мужской, женской и детской одежды. Категория крем. Это мужская футболка большого размера. XL. Далее платье. Так, написано 10, видимо, на 10 лет, да? Скорее всего, платье новое с этикеткой. И вот еще одно детское платье на 11-12 лет. Классное платье. Так, далее. Размер указан средний М-ка марка Эсмара, то есть примерно 46-48 получается размер в данном случае. А платье марки Атмосфера, размер указан 40-й европейский, соответствует 46-му российскому размеру. Атмосфера, размер указан 42-й европейский. Так, это, по-моему, сарафан, либо блузка марки Том Тейлор. Джеггинсы 42-го европейского размера, соответствует 48-му российскому размеру, тоже в отличном состоянии, без видимого износа. Футболка, размер маленький, S-ка, в упаковке. Мужская рубашка, теплая, фланелевая, размер указан L, тоже в хорошем состоянии. Так, No Secrets, и здесь у нас размер, небольшой размер. Так, маечка, этот плод весит 35 килограмм, Шотландия, премиум спринг называется данная позиция, весна. Марка New Look. 40-й размер указан европейский, далее тонкий джемпер мужской размера L, то есть примерно 50-52 получается с этикеткой. И новое платье марки River Island, размер 8, маленький получается, платье новое с этикеткой. Так, это назовем болеро, новое тоже с этикеткой. И женские трусики, здесь у нас их 5 штук, размера 22 размер, марка Mark Spencer, то есть получается примерно 56-й, по-моему, да, российский размер. H&M 34-й указан европейский размер, летние брюки, примерно 40-го размера российского, и, думал, платок, оказывается, нет. Не знаю, что это такое, я долго буду соображать. Можно, наверное, носить как блузка или как платок. Так, размер здесь не пойму, это штанишки летние. Просто мне недавно рассказали, что, оказывается, из платков Heights of Cars делают офигенные юбки. Поэтому я не удивляюсь. Женщины могут носить что угодно, как угодно. Марка Атмосфера, кардиган 48-го европейского размера. То есть, получается, российский размер у нас 54-й. А здесь указан размер 40-42, то есть 46-48, скорее всего, 48-й все-таки российский размер. Марка Атмосфера, европейский размер 44-й. Женские брюки или шорты? Нет, все-таки брюки. Или бриджи. В упаковке новая марка Esmara, размер XS, тонкий джемпер, тоже в отличном состоянии, без катышков. Так, это... Вот это что такое? Это халат или пальто? Состояние хорошее. Так, далее штаны спортивные. Размер маленький S, теплые с начесом, в отличном состоянии. Так... 10-й указан размер. Далее марка Topshop 40-го размера. Куртка женская, кожа искусственная. То есть российский получается 46-й размер в данном случае. Джинсы. Тоже в отличном состоянии. Новое платьишко с этикеткой маленького размера. И юбка марки Next. Размер указан 14-й. Соответствует 48-му российскому размеру. Это была футболка. Так, далее. Марка Next. Размер 36 указан. Джинсы. В основном, как видите, женская одежда, да? Мужских вещей не так много, а детские тоже встречаются. Хотя пока было, кроме платья, больше ничего детского, по-моему, не было. Так, размер 36-32. Классические брюки. Так, 50-52, это получается 56-58, наши российские размеры. 14 указан, соответствует 48-му российскому размеру. Вот, кстати, много, да, достаточно было 50-х размеров. А марка Zara, размер указан M, здесь вот XL. А вот детская рубашка, я говорил, что кроме платьев пока не было детских, но вот что-то все-таки есть. Блузка среднего размера и платье. Здесь указан 10-й размер, то есть это соответствует 44-му. Примерно российскому нашему размеру. 50-й размер европейский, то есть получается 56.
Рубашка мужская среднего размера, М-ка в отличном состоянии, без видимого износа. Марк Спенсер. Тоже в хорошем состоянии. Вот есть куртка женская, да? На весну состояние отличное. Рукава локти чистые, без видимого износа. Фурнитура вся на месте. Размер указан S. 36-й, то есть размер маленький. Так, еще одно платье марки New Look 16 размера, то есть примерно 50-го российского. Детская мальчиковая рубашка еще одна. LXL указаны размеры. Трусики женские, новые с этикеткой. Это у нас марка Triumph. Размер 14 и соответствует 48-му российскому размеру. 16 здесь указан размер. Детское платьишко 3-6 месяцев указан возраст. Марка Next. Юбка примерно 48-го российского размера. И еще одна юбка Элька. Размер здесь побольше. Так, вот тут еле заметные какие-то, по-моему, пятна есть. Ладно, что руками трогать не буду. Мало ли какие пятна на женской юбке. Марка Джордж на 7-8 лет. Ривер Айленд, 8-й указан размер, маленький. Марк Спенсер. Размер, правда, не указан, но, по-моему, М-ка, если не ошибаюсь. Очень много вещей марки Марк Спенсер. Это у нас Топмен, размер М, мужская футболка. Далее Атмосфера. 38-й здесь указан европейский размер. То есть небольшой получается. Платье марки Next, размер 10-й, примерно 44-й. Российский получается шарфик. Далее брюки мужские, размер. А размер почему-то не указали. А вот тут есть. На этикетке нет, будем искать на бирке. Ну, примерно S-ка. Я так и не нашел. Кардиган. Назову это так. Новый с этикеткой. Так, на 11-12 лет детские летние брюки. H&M, размер M, средний. Вещи в отличном состоянии, пока вот без видимого износа. Одно пятно только было на платье. Да, марка Веромода, размер маленький. Как обычно, игрушка в каждом мешке есть в Шотландии. На 10-11 лет детское платье. Нет, похоже на блузку, потому что есть пуговицы. Не знаю. Так, детская футболка, по-моему. Да. Кстати, вот такие упаковки есть в каждом мешке. Если вы смотрите видеообзоры, то наверняка вспомните их. 48-й указан европейский размер. Детская шапочка. Еще одни трусики новые. Размер здесь, сейчас скажу, какой. Элька. То есть примерно 50-й, наверное, российский размер. Здесь 48-й. Это туника. То есть 48-й российский. Тоже вот 48-й российский получается, указан 14 размер. Это была женская рубашка. H&M, размер маленький, S-ка. С баской, не знаю, как назвать, блузка. А платье 14 размера, то есть примерно 48-го российского. Еще одна юбка. Небольшая кожа искусственная. Мужская рубашка. С длинными рукавами детская футболка. Новый бюстгальтер маленького размера. Вот иногда голос пропадает. Пока этот микс снимешь, блин. Марка New Look, размер 10. То есть примерно 44 получается. Надо нам тоже музыку включать и делать музыкальные видеообзоры. Так будет быстрее. Размер маленький, S-ка. H&M, S-ка. Марка New Look. Размер указан 14, то есть платье 48-го. Помните, у нас что-то подобное. А, юбка была, да? Там еще пятно было. Здесь все нормально, без пятен. Так, женский тонкий джемпер. Тоже в отличном состоянии. Не затасканное, не заношенное. Рукава не растянутая, катышков нет. Мужской галстук. 38-й здесь указан размер. Кожа искусственная уж, к сожалению. Но зато новая, да. Прикольно. Даже блестеть. Можно одеть и носить. А марка New Look, размер 16. То есть получается 50-й российский размер. Футболочка. 30-30 указаны размеры. Состояние хорошее. Так, леггинсы. Элька.
искусственная кожа. Тоже есть любители, я таки знаю. Размер 4. S-ка. Спортивная футболка. И спортивные штанишки марки Reebok. Размер M средний. Состояние отличное, без видимого износа. Далее новые джинсы вот с этикеткой. Большого размера. Вот где-то бирка есть, наверное, вот она. Спряталась далеко-далеко. 50 размер здесь указан. То есть джинсы получаются 56-го российского размера. 12 здесь указано, это соответствует 46-му российскому размеру. Женские джинсы в упаковке новые. Какие-то штанишки. Размер 12, марка River Island. То есть 46-й получается наш российский размер. Футболка. 38-й здесь указан размер европейский. 14-й соответствует 48-му российскому размеру. Еще одно платье. 36-й размер указан. Платье, по-моему, сколько было? 5, 6 или больше даже было. Не считал, но, по-моему, много было. H&M размер 38-й. Кардиган марки Марк Спенсер. Кардиганов, по-моему, штук 3 было, если не ошибаюсь. Марка New Look 14 размер указан на этом свитшоте. То есть получается примерно 48-й российский. Марка Core, тоже популярный бренд. Это Франция. Марка Monsoon, размер 36-й европейский, данная юбка соответствует 42-му российскому размеру. Марка New Look, 36-й здесь указан, то есть небольшой 42-й российский размер. Так, это, я не знаю, платье, наверное, да, но стоит шестерка, то есть размер очень маленький. 10-й размер соответствует 44-му российскому размеру, кожа искусственная. Платок. Платье марки Next небольшого размера, 10-й указан, это должен быть, по идее, 44-й, но... Наверное, так и есть. Хотя Dorothy Perkins, 42-й размер указан европейский, соответствует 48-му российскому размеру. Женская рубашка. Office style. А Mark Spencer, размер 10-й. Так, трусики и что-то я еще зацепил. На 3-4 года написано. Да, видимо, сарафан, раз на 3-4 года. А марка Tom Taylor, это мужская футболка большого размера, XL. Next размер 16 здесь указан, то есть получается, соответственно, 50-й российский размер. Next 10-й указан на маечке. Так, платье. 14-й размер соответствует 48-му российскому размеру. Здесь пятен нет. Это здорово. Размер 12-й. Получается примерно 46-й российский, тоже юбка из искусственной кожи. Небольшое платье. Напоминаю, что это у нас весенний микс категории крем. Тут в основном женская одежда. Также вот есть детские вещи, платьев. Детских было очень много. Мужских вещей не так много. Весит данный лот 35 килограмм. Так, размер 14. Вещи в отличном состоянии. Достаточно много этикеток. Не знаю, около 30%, наверное. Не считал. Так. Здесь у нас размер 34-32 написано. На этикетке, на бирке. Ну и последние вещи из этого мешка. Женское пальто марки George. В отличном состоянии. Без видимого износа. На этом все.